Но мы очень рады, что вышли в первую лигу и все наши болельщики. И главное, мы рады, что с нами, как говорится, местный, воспитанный главный тренер с командой. Хороший тренер для нас все равно, общительный. Никогда не отказывается от наших слов, если спрашиваем. Но единственное было, что эти склоки и шли все, что кто-то выйдет, а кто-то не выйдет. Но у нас была уверенность, что мы все равно будем первые. Все равно. Сильное впечатление было и эмоции, когда уже последнее было, как говорят, 3 минуты добавили, а играли 6 минут. Даже все руководство было города и руководство футбольного клуба было, все переживали, все на телефонах так сильно ждали. Но в данный момент, когда это все свисток прозвучал, все выскочили на поле, там молодежь стали обнимать, тренера начали там футболисты подкидывать, ну как это, поднимать, все было, как говорится, на хорошем уровне. Чтобы западную трибуну тоже сделать, как говорится. И, по моему мнению, должна быть все равно база футбольная. Перед началом игр всегда команды находятся на базе. За день, за два. Это вот как везде, по-моему, так и должно быть. Никуда никто не отлучался. Никаких, допустим, там, но. Дисциплина должна быть дисциплиной перед играми. Я так думаю. Всех болельщиков хочу пожелать всем. И Олегу Хартушевичу, и Джован Крикоровичу очень большое спасибо, и администрации, и тренерскому штабу, короче, всему коллективу команд футбольного клуба «Армавир». Хороших успехов, как говорится, чтобы сильно не покидали. Мы с ними всегда будем вместе.